Это замок Сангасте. Этому дубу больше 300 лет. Он очень большой, 5,5 метров объем. Мы находимся сзади дворца, замка этого. Здесь сад, пруды. Очень красиво. Это очень красивый замок. Если получится, зайду внутрь. Видите, внутри какая веранда с пальмами, цветами. Тут какой-то обелиск. Это труба. Смотрите, как красиво. Спускаемся вниз. Смотрите, какая территория. 50 сады занимают 54 гектара. Смотрите, там тоже есть пруд большой. Повезло с погодой нам сегодня. Тут жил граф. Водонапорная вышка есть вон там. Своя артезианская вода была. Вот боковая часть замка. Тут же и лошадиная есть. Эти. Конюшня, в общем. Смотрите, как красиво. Очень красиво. Настоящий замок. Так хорошо сохранился. Здание имения Сангасте построен 1874. Сейчас я возьму вид более издалека, сделаем. Зал замка Сангасте. Это сам граф. Вот веранда. Зимний сад.
В этом здании есть привидение. Синяя дама называется.